Вы смотрите новости онлайн. Игрок футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Дмитрий Тарасов женился в третий раз. Спортсмен поделился новостью со своими подписчиками в социальных сетях. Молодожен выложил в свой аккаунт в Instagram фотографию из ЗАГСа. Он запечатлен вместе со своей избранницей Анастасией Костенко. Вокруг них друзья. Тарасов, счастливо улыбаясь, протягивает камеру руку с обручальным кольцом на безымянном пальце. Подписчики начали поздравлять спортсмена в комментариях под фотографией. Однако пользователи обвинили спортсмена в жадности. Наблюдательные подписчики аккаунта полузащитника московского «Локомотива» заметили, что на фотографиях со свадьбы, которые игрок выложил в сеть, его молодая жена Анастасия Костенко запечатлена в старых брюках и туфлях. Кроме того, сам футболист одет в уже знакомый подписчикам черный смокинг. Комментаторы решили, что Дмитрий Тарасов решил сэкономить на торжественной церемонии. Для многих это был не единственный повод для злорадства. Некоторые комментаторы высказали уверенность, что третий брак Тарасова закончится разводом еще быстрее, чем предыдущие. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки, пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет много захватывающего и интересного. До новых встреч!